Всем здравствуйте. Итак, обзорчик на клематис, то, что сейчас цветет. Кстати, лилии, которые сажала в горшочке, которые у нас вроде как, да, не зимуют. Смотрите, они все на бутончиках. Красавчики. Так, что я вам хотела сказать? Так, тайга. Она вроде вот это должна как-то раскрываться. Да, вот. Вот это вот, да? Был цветок, он был в нем больше вот этого светлого, да, а теперь он как потемнел. Листочки вот я, бог знает, надо обработать на всякий случай опять. Арабелла. Смотрите, какая она классная, как она, оказывается, вот выцветает, вот прям видно. Вот она фиолетовая, да, вообще, как будто не то, да, цветок. И потом во что превращается. Вот этот цветок, ой, вот все, уже старый, я имела в виду, хотела сказать. Но листы, конечно, у него вот тут вот прям крупные. Так, это вот, смотрите, расцвел какой красавчик. Сейчас. Смотрите. My darling. Из-за того, что, ну, это махровый сорт, да, это вот так вот выглядят цветки на побегах текущего года. Смотрите, какие классные. Ну, прям вообще... Такие, все перекрывает. Волшебные. Вот. Потом, это Андромеда. Помните, я вам показывала? Ну, понятно. Ну, заявлена Андромеда, понятно, что это не Андромеда. Да, потому что цветок уже все распустился. Андромеда другая, розовая с белым. А это... Не смешно какой-то, видите, с двумя ушками. Жайчик. Это клематис какой-то жайчик. Кто узнал, подпишите. Я, конечно, полистаю, посмотрю. Но интересно. Значит, надо будет себе написать, что Андромеды у меня нет. Чтобы знать об этом. Вот. Ну, что вам рассказать еще? Ну... Все, пожалуй, с клематисов пока все. Остальное все жду. Вот подмерзло что-то. Прям подмерзло. Жалко так. Ну, куда деваться? Вот, прям что-то, вы знаете, на бутонах и никак. Прям вот-вот и никак. Вот-вот и никак. Я все жду, хожу. Вот, потому что они вот как процветут немного, я их буду обрезать, конечно, чтобы корневая хорошо наращивала. Сейчас просто мне надо убедиться в сортности. Но тайга прям хорошо разрослась. Прям вон у нее сколько бутончиков, видите? Красота. Ладно, всем спасибо. До скорой встречи. Пока-пока.